Теперь льготникам в маршрутках можно ездить бесплатно. С 1 октября 7 категорий федеральных льготников могут не оплачивать свой проезд в маршрутках в Орле. Бесплатными для льготников стали все городские маршрутки, кроме трехзначных. Сегодня ночью горела двухкомнатная квартира по улице Широко-Холодная города Орел. В результате пожара в двух комнатах сгорела мебель. Помещение закопчено по всей площади. К счастью, в квартире никого не было. Причина пожара и размер ущерба устанавливается. Бумажные СМИ постепенно сдают позиции. Тому доказательство о газетах «Просторы России». Сегодня вышел в свет их последний номер. Теперь журналистов этой газеты можно будет увидеть лишь в интернете на информационном портале «Орен Регион РФ». «Юмобиль» скоро появится в Орле. Компания «Юавто» на Сутерловчанам представит несколько видов нового «Ё-кроссовера». Руководствуясь оценками потенциальных потребителей, разработчики «Юмобиля» надеются выбрать оптимальный вариант дизайна машины.